Привет всем, с вами канал The Big Lady of the Small House. Просили мои розы. Вот, начинается цветение. Этот куст я уже не помню, что. Весна, конечно, у нас холодная и сырая, поэтому есть мучнистая роса. Ничего не поделать, опрыскала, но пока результатов нет. Вот цветет моя красавица. Double Delight. Вот тут, по-моему, что-то не то прорезалось, но посмотрим. Процветет, посмотрю, может, придется обрезать. Дальше расцвел алхимист, алхимик. Вот такая вот красоточка. Этот уже полностью распустился. Тоже надо будет подвязать его как-то. Слишком повис. Буду привязывать туда крыши. Ну, там гипы цветут. Тут не помню даже название. Такая вот сиреневая розочка. Здесь у меня буйствуют полька и эльф. Эльфа тоже надо будет как следует подрезать. Он под тяжестью упал из-за ветра. Буду потихонечку подрезать на букеты. И со временем подниму тоже. Заправлю на крышу. Вот такой красавчик. С паучком вместе. Такой лимоново-салатовый. Вот эта полька тут. Вот такая вот сиренька, темно-фиолетовая. Ирисы там распускаются. Так, тут там цветет Gloria Day, спрятанная в углу. Здесь абракадабра и еще кто-то. Вот там розовенький бутончик. Голубая роза. Название тоже не помню. Вот эта вот уникальная розочка. Пока прохладно, у нее махровые цветы. Летом в жару она цветет, как обычный шиповник. Вот тут тоже кто-то из англичанок. Ай, колючки. И сиренька. Гиацинтовая. Махрушечка такая. Вот они все попадали, несмотря на обрезку. Нарастили кучу ботвы и цветут. Моя любимица. Название потеряно. Я ее называю геометрической прогрессией. У нее интересный способ наращивания. То есть от этого цветка, где-то отсюда, пойдут 4 новых стрелочки. Моя красавица. Вот тут уже крупные. Ну, тут шиповник пробился. Тоже надо будет его обрезать потом. И вот такая красоточка. Где-то там еще такая вот мелочь прячется. Название тоже не помню. Вот. Как сажалось все в аврале, было нужно срочно высадить все розы, чтобы они не погибли. Сажала очень плотно, густо. И тут все перепутано. Кто, где, зачем цветут, непонятно. Ну, такая вот красота у меня. Теперь каждое утро уходишь в сад, а тут буйство роз. Вот такая вот красоточка. У нас камыш, везде лезущий кампсис. Где-то через месяц начнет цвести, начнутся мои мучения с уборкой мусора. Вот это вот моя любимица, моя красавица. Летом в жару, в пекло она цветет абсолютно белыми цветами. Но пока прохладно,
такая вот красота. Вот, тут тоже кто-то красненький цветет, пока собирается. Вот тут тоже надо будет все это потом пообрезать лишнее. Это явно шиповник из-под воя растет. Вот так. Вот такое вот у меня розовое утро. Красотища. Удачного всем дня. Пока.